Какой путь проходит электрический ток перед тем, как попасть к нам в розетку или лампочку и выделиться в виде тепла или света? Об этом ребятам рассказали на предприятии «Тверь Горэлектро». Подробности в нашем следующем материале. В Твери с прошлого года работает проект «Город изнутри». Благодаря ему горожане бесплатно могут стать участниками экскурсий по муниципальным и другим предприятиям, на которые не попадешь просто так. Тверичане уже смогли посетить ТЭЦ-3, МУБЖЭК, Тверьэнерго и Ростелеком. Теперь к проекту присоединился и МУБ «Тверь Горэлектро». Первую экскурсию сотрудники предприятия провели для небольшой группы детей из летнего лагеря. Цель – показать, что вот есть в городе Твери такое предприятие, без которого город Тверь жить на сегодняшний день, наверное, не сможет. Что это предприятие растущее, я бы сказал, даже как-то процветающее. Мы оснащаемся новой техникой, мы совершенствуемся, мы, в общем-то, достаточно, как говорит нынешняя молодежь, продвинутые. На предприятии действует небольшой музей, где кроме ретро-фотографий с видами старой Твери, ее первым освещением и трамваями можно увидеть экспонаты из прошлого и до наших дней. Это рабочие клещи. Здесь даже есть дата испытания. Последнее испытание 22 апреля 1998 года. Знакомство с МУПом для ребят началось с самого важного – инструктажа по технике безопасности. Объяснили, как нужно вести себя рядом с проводами, с помощью манекена продемонстрировали приемы первой помощи. Затем дети надели каски, яркие жилетки, после чего группа отправилась по предприятию. Всем участникам показали и подробно рассказали, как устроена система управления городским электрохозяйством. Гости увидели старые новые лампы наружного освещения, познакомились с работой спецтехники. Также ребята побывали в диспетчерской, откуда специалисты предприятия решают проблемы перебоя с электричеством по всему городу. Соня хочет стать блогером, и она уже точно знает, что бы она рассказала своим подписчикам. О хороших сотрудниках. Но они очень доброжелательные. Мне очень понравилось вообще. Следующую экскурсию в МУБ «Тверь Горэлектро» смогут посетить не только школьники. Записаться на нее сможет любой желающий. О времени проведения и начале записи вы можете узнать на официальных ресурсах администрации Твери, в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.